Доброе утро. Доброе. Фух, поспали, отдохнули. Ну что, не болит у меня спина на этом матрасе спать? Не болит, и мне хорошо, правда. А то я как деревянная вставала. Нет, матрас отличный. Матрас отработал и отработает, конечно, еще четко. Лайк вам, Ирина Михайловна. А у нас вот тут проблема. Вчера не видели, а сегодня увидели. Вот тут, если вам видно, вот. Дырочка. Может, мы зацепили, когда цепляли. Вот она, дырочка. Ну ничего, это так. Я думаю, вырезать такой кусочек и аккуратно-аккуратно подклеить. Ну ничего страшного. Да, а так шатер великолепный. Палатка, то палатка, само собой. А вот спим тоже классно, скажи. Матрас четкий. Сейчас кофе попьем. Я уже удочки поставил. И пойдем с вами на рыбалку. Вчера вообще не клевало. Два раза или три. Дзыбануло что-то. А рыба играла. А рыба, толстолобик. И вот рядом стоит человек, он ловит на толстолобика. У него снасти. Всю ночь, говорит, простоял, ни одной поклевки. Не знаю, нигде рыба не клюет почему-то. Но у нас сейчас будет клевать. В прошлый раз, помнишь, дедушка приехал на Ниве? Сынку. Тут рыба клюет с 9 часов утра. Помнишь, да? Да, и первая поклевка была 15.10. Так, пьем кофе и идем на рыбалочку. Так, друзья, вот за вчерашний день, за ночь и утро сейчас. Вот аккумулятор 11.6. И пришлось мне более радикальный поставить солнечные панели. Я их протер. Вот там солнышко встает. И на них уже попадает солнечный свет. И идет зарядка аккумулятора, потому что за ночь, естественно, не было солнца, а работал и ноутбук, и холодильник, и телефон, и свет горел, и 11.6 просел аккумулятор. Ничего, сейчас подзарядится. Марюша ходит, Марюша. Александровна еще кофе захотела. Вот тоже солнышко мое. Мэри. Вот и Мэри, доброе утро. Мэри. Мэри, доброе утро. Доброе утро. Спала с нами. Только слышно. И-и-и. Откройте москитную сетку. Пойду в туалет. Открыли. Приходит. Да, Свет? Так, все. Теперь уже точно. Я уже удочки отнес. Сейчас вот это еще забираю, свои принадлежности. И иду на пляжик. Уже закинул поплавочную на опарыш, а тут прикормил под камышом. Эти удочки молчат. И вот там дальше у людей только что прошелся. Спросил. Тишина. Ну, как дед сказал. Ух ты, ничего себе, у тебя какая груша. Сейчас я... Сейчас дашь укусить? А ну дай. Сочная. В общем, мы в прошлый раз были, дедушка сказал нам. Здесь рыба начинает клевать после 9 утра. Сейчас 15 минут 9. Короче, подождем еще 45 минут. Ну, максимум час. В прошлый раз у меня первая поклевка была в 15 минут 10. Так что подождем, постоим на поплавок. Так что-то дерг-дерг-дерг. Ну, какая-то или красноперка, или густера. В общем, какая-то мелочь. Хотя и прикормил. О, ласточка, смотрите, ловит. Оп. Машкару, наверное, собирает. А у нас вот эта дырочка, что я показывал в шатре. Походу, птички залетают, потому что я только что ходил, было две синички и воробушек. И вот садятся они на это, на сетку. И, наверное, они и разорвали, потому что вчера, ну, может, и не заметили мы, да, Свет? Нет, нет, это птички. Это птички, да, однозначно. Я вчера выгоняла, они так под низ подлазят. Да, да, да. Выходят. В общем... Зашел я сегодня с утра, с пляжа вернулся, а там две синички и воробей. В общем, бессовестные порвали нам сетку. Ну, ничего страшного. Гости, да. Так, все, ждем поклевок. Вы ходили за моей шляпой? В общем, я пошел, Светлане шляпу принес. Принес вот два стульчика. А Света поймала солнечного окуня. Вот такая первая. Так что поздравьте, первая рыбка моя. Поздравляю, вот такая. Солнечный окунь. Заглатывает он, конечно, сильнейший. В общем,
Сейчас снимем, мы продолжим. А на эти пока тишина. Ну, еще без 29 только. Еще через полчаса начнем сливать. Я уже нажала. Нажала? Друзья, ну что я могу сказать? Первое есть. Карасик. Маленький, конечно. Выпустим, наверное, да, или нет? Нет, не выпустим. Будем сегодня жарить. Ну, маленький. Ничего. С ладошечку. Ничего. Юрий Михайлович, я вас поздравляю. У вас тоже есть первая рыбка. Да. В общем, если больше не будет, там 1-2, обязательно выпустим, друзья. А если будет десяток, конечно, пожарим. Потому что другой просто рыбы нет. Ну, что сделать? К нам Мишка пришел. Мих клюет? Клюет, но не тянет. Ну, не зацепляется, да? Нет. А Света, между прочим, второго окуня поймала. Вот тут два красавца плавают. Сейчас мы покажем. Вот, смотрите, один. И вот где второй. Вот они, два. Два штучки. Вот один, а вот второй. Живее всех живых. Так что у нас два солнечных окуня есть. И второй, говорит, первый заглотнул сильно-сильно. Я даже доставал его. Специальная штучка, которая доставать крючочки. А второй, говорит, легонечко за губку попался. Ну, в общем, что, Миш, ничего? Да нет, сейчас камыш заберу. Ага, давай. Миха, забрасывай, давай. Оп, красава. Ты ж опуст... Что ты... А что ты хочешь, я не пойму? Да я хочу под камыш забросить. Давай, я тебе помогу. Помочь? Давай. Давай. Все, бросай. Просто брось. Вот так? Да, спасибо. Пожалуйста. Только когда будешь вытаскивать, смотри, Миш, послушай меня. Тяни вот сюда, а то ты сейчас вытянешь, как раз запутаешься в камыше, понял? Ага. Ну все, мы рыбачим дальше. Время, кстати, начало клевать. Вот, пожалуйста. 10 минут 10. И начался клев. Мэри. Мэри себе вырыла ямку. Жарко уже становится. Время где-то около 10 уже. Но людей еще нету. Вообще не клюет. Опа. Опля, опля. Где наши колбаски? Все, я уже нашел. Где наши колбаски? Опа-на. Миха. Они даже заморожены, слышь. Ничего себе, под морозилкой лежат. И заморожены. Так. Сталкер, папа, сталкер. Миха тут у нас с оружием. Охрана по полной программе. Так, вот у нас. Сейчас будут колбаски. Миш, где твой ножик? Давай, неси сюда. Сейчас, подожди. О. Вот такой жар у нас. И будем жарить сейчас колбаски. Отлично. Вот ножичек. Давай. Опа, у Мишки ножик есть свой. У меня все есть. Да. Комплект сталкера. Сталкер, я понял. В общем, наша мама на пляже ловит рыбу. Реально поймала карасика. И один такой хороший, наверное, до килограмма такой. Говорит, ушел. Ну да, тянула, но ушел. А одного небольшого поймала. В общем, мама сегодня у нас рекорд. Три рыбки поймала мама и две я. Вообще. Мы сейчас жарим колбаски. О, сейчас пожарим и пойдем еще на пляжик. Сходим, да, Мих? Да. О, холодильничек у нас. В общем, все продолжается. Единственное, конечно, солнышко ушло. И солнечная панель уже не работает. Но, тем не менее... Аккумулятор подзарядило до 12,1. 12 вольт есть аккумулятор. Вот уже больше полтора суток. 100-ваттная панель, я вам скажу, справляется четко. Хватает на холодильник. Мы подключали ноутбук. У нас здесь свет в шатре. Абсолютно 100-ваттной панели. Если кому-то интересно, хватает полностью. Если, конечно, есть солнце. Вот там вот солнышко есть, а у нас здесь нет. И, к сожалению, сейчас не подзаряжается. Аккумулятор, ну, я думаю, завтра будет заряжаться. Ну, а пока сейчас пожарим, пойдем еще на пляжике посидим. Ой, ребята, если бы вы запах могли почувствовать здесь. О, красота! Миха! Уже скоро. А Миха мухло. Ох и запах. Класс. Сейчас будем колбаски прям на берегу. Вкусно пахнет? Топчик. Топчик. Сейчас прям на берегу пойдем. А ну да, я помахаю. Помаши, конечно.
Ну вот, нормально. Да сейчас еще 2 минуты. Еще. Да. И пойдем. Пока я жарю сосиски, и колбаски, вот идем на пляжик. А Света рыбу ловит. Что, поймала рыбу? Да, иди там. Перезакинь. Хорошего? Ну, сладошечку. Сладошечку, карасика. Карасика. Вот. Давай, я сейчас нарежу. А вот я взял, слышь, огурчик, хлебушек, слышишь, помидорчик. Мне интересует пауэрбанк, мне телефон садится. Ну возьми, там он заряжается, возьми со шнурком, только сними, Мишин, телефон с заряда. Вот так. В общем, я там не нужен вообще. Жена ловит сама, я пока тут по хозяйству, да, на кухне она тут. Ну да. Все, домой, да? Вот у одного и все, да? Одного толстолобика и все. Ой, как здесь хорошо, друзья, если бы вы знали. Время сейчас 6:00, наверное, вечера. Холодненький коньячок. Ну что там греха таить? Отдыхать так по полной программе. Чего, правда? Полумерками обходиться. Ой, сейчас. Тут хлебушек, помидорчики взял, огурчик положил. А вот и звезда наша. Вот она, красавица, подошла. Привет. А ты что, воду пила? Борода мокрая. Да, вот смотрите. На дальний заброс. Это самая удочка такая. Длинная, 3,9, почти 4 метра. Я ее далеко бросаю. И вот Светуля вытащила на нее. Вот там в сеточке уже очередная рыбка. В общем, Света, мама нас опередила. Меня ровно в 2 раза. Мишу в 4. Миха, прикинь, мама тебя в 4 раза больше поймала. Ну, если ты не одной, то мама 4. А меня... А что она поймала? Ну, карасика, иди посмотри там в сеточке. Я сейчас перезаброшу, а ты зайди, глянь. Да такого, говорит, как и это. Ну какая разница? Как вообще? Да. Ну и что? Сказала рыбу не выпускать, даже небольшую. Будем жарить. Ну карасей можно. Таких, с ладошку. О, так там уже трепится, ничего себе. Красава, на сковородочку. Хорошего. Я вижу, самого большого поймала мама. Да. Та мама у нас мама молодец. Самых больших. Выходи аккуратно только, чтобы не зацепить. Ай, вот эти колючие очень, да. Да. Все, вот эти 3 пока молчат. Ну, мы уже перезаброшу сейчас. А вот на эту, на дальний, которая самая, дальше была заброшена, вот на нее рыбка и клюет. Все, ждем маму. Сейчас она там нарежет, нарезочку. И подойдет, да? Давай. Давай, Миха. Сейчас вам покажет, как он летит в воду. Опа-на! Погнал! Друзья, это просто сказка здесь. Я вам реально... Привет. Да. Очень мягкое, чистое дно. Ни водорослей нет. Ни каких-то камней, ни ракушек. Идет спуск, спуск, спуск. Правда, там дальше вот резко такой раз и глубоко. Но вот здесь вот метров 5-6 от берега можно он купаться. Смотрите, Мишка на каком расстоянии. Ему комфортно по пояс. Миха, ну зайди дальше. Когда уже будет так глубоко? Во, вот, все, Мишке 1,50 м, и вот смотрите. О, уже глубоко, вот он показывает глубину. Да, все, плыви к берегу. Все, уже человек смотался. Один толстолобик, и все. Ну, такое бывает. Так, ну а мы сейчас перезабросим и будем садиться ужинать. О, вкуснотища? Мишка у нас любит колбаски, шашлык не очень, да? Ну все, Александровна, за хороший отдых. Миха, ну, как ты клюешь, покажи. Смотри. Миха говорит, можно? Мишка клюет. Да, все. Молодец. Так, значит, у нас прикормки осталось буквально там чуть-чуть. Хоть рыба не клюет, но прикормка уходит. И мы сейчас замешаем вот такой... На кукурузе сделаем. Только что на чеснок ловили, на горох. Попробуем кукурузную поставить. Да, Миш? Ну все, хватит. Так. В общем, сейчас замешаем. Перезабросим. Опа, Мипа. Миха, погнал. Молодец. Вот, только что карасика вытащил. Замесил. Теплая водичка, да? Да.
Да вы посмотрите, друзья, какая погода здесь, какая природа. Тишина. Только что был такой ветерок, ну уже нет, уже штиль. И только что вот на новую подкормку карасика такого с ладошечку. Ну, на жареху пойдет. Причем так, средний заброс. Вот эти два спиннинга на средний заброс. Это поближе бросаю. Это, конечно, далеко. Удилище забрасываю. И на это есть поклевка. Но вот только что на среднюю дистанцию, скажем так. Мих, обалдеешь? Красава. Короче, кайфули, да? Кайфули. Друзья, самое главное, самое, ну, так вот, как по мне, да, отдых. Никого. Мы сами, мы одни в кемпинге. Это просто замечательно. На той стороне музыка громко кричит, там слышно, гуляют люди. А у нас тишина полнейшая. Вот там, может, слышно, вам не слышно, играет музыка. А прям с утра, ну там, тут здесь Малибу, а за Малибу там тоже палатки стоят. Ой, прям с утра, где-то с полседьмого, такие громкие были звуки, музыка. А вот с той стороны тоже рыбачки сидят. Вон, если вам видно. Так, все, сейчас перезаброшу и продолжим ловить. Мишка, не холодно? Нет. Красава. Но если вылезти, будет холодно. Ну, полотенцем вытрися. Ну, пейзажи, смотрите, какая здесь красота. Время, кстати, смотрите, сколько. Без 28. Где-то через часик уже потемнеет так. Хорошо. Все, карасика вытащил. В общем, я 3 штуки, а Света 4. Света пока впереди. Все, друзья, уже темнеет. Время 20 минут 9. Еще 2 карасика я вытащил. И в общей сложности у нас сегодня 7 карасей. Небольшие. Ну, не будем мы их выпускать. Пожарим. Знаете, ну вот как бы. А если бы мы были на необитаемом острове, что поймали, то поймали. В общем, пожарим мы карасей завтра. Сегодня уже не будем, уже темно. О, Миха пришел. Светлана Александровна у нас там, у нее мастер-класс по маникюру. Там она видео смотрит, YouTube проплатила, что-то, в общем, рассказывала мне непонятно. В общем, будем заканчивать уже на сегодня. Хватит. Только-только вот. О, Миха пришел. О, на камеру так светло снимает, а на самом деле уже темно, конечно. Но камера вам передает намного светлее. На той стороне музыка играет. Вот на эту черную удочку, на самую длинную, на длинный заброс. Только-только была поклевка. И хорошо так, дын-дын-дын-дын, дергалась, но вытащил пусто. То ли я поспешил, то ли не зацепилась, но это уже не важно, в принципе. А рыба играет. Мих, видишь? Да. Скидываются такие хвосты, такой лобатый гуляет. А не клюет почему-то. О. Да, вот, только что, вон он. Все, Мих, давай, пока. Пока. Всем подписчикам, друзья, самое главное, не болейте. Ой, что-то вообще, о, нормально, нормализовалось. Да, самое главное, не болейте. Отдыхайте, лето уже, в принципе, середина августа. Но все равно зимой будем скучать об этом периоде времени. Вообще в этом году почему-то неплохая рыбалка, не знаю. И на платные ставки мы выезжали, куда только не ездили, рыбалки, рыбы нет. Хотя он гуляет, скидывается. Все, друзья, всем пока, всем здоровья, подписывайтесь, колокольчик нажимайте. Еще увидимся, до следующего видео, пока.